Мне 39 лет. Поделюсь своим способом, как сохранить кожу упругой и подтянутой. Берем ромашку и насыпаем ее в банку в соотношении 2 столовые ложки на стакан воды. Ставим банку в кастрюлю с водой и кипятим 15 минут. Процеживаем отвар и отжимаем. Доливаем воду до нужного объема. Разливаем по бумажным стаканчикам, охлаждаем и убираем в морозильную камеру на ночь. Бумажный стаканчик легко отделяется, при этом руки остаются сухими и не мерзнут. Таким образом протирайте с утра свое лицо и шею. Остаток храните в холодильнике. Обязательно сохраните это видео, чтобы не потерять. Ставьте лайк и разошлите своим подружкам самолет.